Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы продолжаем укреплять нашу традицию и привозить по песне из каждого рок-путешествия. Обычно это песни шуточные, но из Турции мы привезли серьезную песню, в которой будем петь и про тяжкую долю русского туриста, и про злой коронавирус, и про закрытие турецких курортов. И, конечно же, в песне мы будем клеймить их палящее солнце, обжигающий песок, чересчур теплое море и особенно коварный all-inclusive. В общем, песня получилась очень серьезная, поэтому мы ее так и назвали «Серьезная турецкая песня». Вы спросите у меня, а турецкие мотивы хотя бы будут там? Но что я отвечу? Уважаемые любители рок-музыки, а як же ж? Вы ж серьезные люди и должны понимать, что мы специально сделали ее с турецким колоритом, чтобы на всю жизнь нас запомнили. Поэтому не пропустите новую песню от группы Волощука СД, которая прозвучит в эфире в пятницу 29 октября.